Всем привет! С вами канал CryptoxBlog, и сегодня мы поговорим о кошельке Trusty Wallet. Если вы занимаетесь торговыми операциями на криптовалютных площадках, то потом думаете о том, где сохранить заработанные средства, на каком криптовалютном кошельке. Сейчас их выпускают в огромном количестве. Многие входят в состав площадок, другие являются самостоятельными. Но хорошую репутацию имеют очень немногие из них. Вот как раз про такой кошелек с отличной репутацией пойдет речь в обзоре. Итак, представляю вам кошелек Trusty Wallet. Возможно, вы даже слышали о нем, но сейчас он почти полностью поменял свой функционал и возможности, благодаря новому релизу, который состоялся всего несколько дней назад. Некастодиальный кошелек Trusty Wallet теперь имеет новый дизайн и новые возможности. Кстати, те, кто уже был его пользователем, могли принять участие в баг баунти и заработать монеты Tron в эквиваленте до $100 за обнаруженные ошибки в кошельке. Рассмотрим основные обновления кошелька. Главный экран претерпел ряд изменений. Все активы на нем оставили для расширения функционала главного экрана. В нем добавили несколько функций. Теперь каждый может поменять порядок расположения криптомонет на экране по своему усмотрению. Если пользователь захочет, может спрятать общий баланс и баланс криптомонет от посторонних, предоставить возможность отправлять и получать переводы, не заходя в монету. Свайп монеты вправо. Свайп монеты влево открывает кнопку «Убрать монету с главного экрана». Кнопка «Добавить актив» тоже получила дополнительный функционал. В ней появилось разделение активов на токены и монеты. В кошельке создали новую кнопку «Колокольчик». В ней показываются сообщения о движениях финансов, изменения курсов валют, новости самого сервиса. Так что всегда будете в курсе того, что происходит на рынках и том, что происходит на сервисе. А кнопку настроек перенесли в правый верхний угол экрана. По поводу настроек кошелька. Первое, что сделали, так это улучшили безопасность, теперь сид-фраза спрятана от посторонних глаз. Чтобы владелец мог посмотреть ее, придется удерживать таб на экране. Добавили еще и темную тему для разнообразия. Пользователи могут построить уведомления по своему вкусу. Помимо этого, ссылки на техподдержку и медиаресурсы перемещены в кнопку о кошельке. По поводу кнопки продажи. В ней сейчас можно выбрать разные торговые пары. Способ платежа расширен списком фиатных валют от доллара и гривны и до рублей с евро, фунтов и турецкой лиры. Расширенный перечень провайдеров. Можно выбирать обменного провайдера, то есть это уже целый мониторинг обменников. Смарт-алгоритмы в режиме реального времени мониторят курсы обменов, вычисляя самый выгодный и отмечая его ярлыком «Best Offer». Кнопка обмена стала более функциональной, теперь пользователи могут выбирать обменные пары, плавающий или фиксированный курс конвертации. Кроме этого, разработчики поменяли и структуру счетов криптомонет. Что сделали там? Раздел поменяли почти весь, теперь в нем больше информации. В элементы переводов включены хэш, комиссия, время, даже были добавлены кнопки «Поделиться хэшем», переход в саппорт кошелька. Хорошо то, что команда сделала все возможное для того, чтобы пользователям не надо было совершать лишних движений для переводов. Еще понравилось то, что дали возможность и подзаработать. Все, кто будут использовать этот универсальный кошелек, получили возможность заработать на реферальной программе и кэшбэке, а также на стейкинге монет Tron. Если вы располагаете монетами Tron на балансе, тогда можете заморозить их и проголосовать за самого выгодного валидатора. Собирать вознаграждение можно каждый день, и оно мгновенно переводится на баланс кошелька. Все очень просто. Также разработчики порадовали несколькими подарками в честь того, что состоялся релиз. Trusty Wallet решил подарить презенты в виде $1.99 на кэшбэк-баланс всем пользователям, кто с 20 по 27 декабря установит кошелек по моей ссылке из описания. В итоге могу сказать, что обновление весьма впечатляющее.
Могу предположить, что после выхода его число желающих стать его владельцем станет намного больше. Рекомендую использовать Trusty Wallet, поскольку он не просто универсальный, но и очень удобный, а также безопасный. А с вами был канал CryptoxBlog. Благодарю за внимание. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Оставляйте лайки. До новых встреч!